Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Bionic Commando Rearmed. Я вот думаю, как мне на второй уровень попасть-то. Я могу вообще по любому уровню ходить или чего? То есть просто тупо, да? Окей, ладно, пойдем сюда. Если нам разрешают везде пойти. Это что, база? Или что? Или тут будут противники? Ты живой? Здорово! Молодец, прям честь мне отдай, смотри. А ну-ка, честь отдай мне. Идем. А чё, ничего не написано, ничего? Эй, ну-ка не спать на посту, блядь. Так, чего тут? А это что такое? Обучалка вот это и тоже или что? Симулятор? А зачем это? На крючке, что на крючке? Ой. Блять, не так, она на время. На два? А ну-ка давай повторить. Вот и все. На четыре. Да блять, а как на пять-то? Ты серьезно? Попытки, два успехи, 100%, время, два, молодец. Да нахер это, а нахера это надо? Вот эти самые... Эти, ну ладно, не надо это мне. Может, я не знаю. В принципе, ни у кого даже. Блять, да куда ты пошел? Меня просто тут сильно никто не смотрит, ни у кого даже спросить. Надо это, не надо. Я вот не понимаю, надо. Если может, там надо проходить, что это? А, осветительные патроны. Так, а как их использовать-то? Вон они. А как их использовать-то, А может тут. Да нет, не переключается ни хрена, ну да ладно. Осветительные патроны какие-то взял, смотри, окей, а тут чего? Что это? Жизнь-ка, а для чего она? Подожди, а для чего жизнь? Четыре. Подожди, а мне аж две было, я ж просрал на боссе тогда, все. Так, не понял, короче. Четыре жизни, а ну-ка. Четыре. А если я еще раз зайду? А, здорово! С этим осветительным патроном не прогоним тебя в районе 4, для тебя больше не проблема, капитан. Теперь там будет светло, как в жопе в парке аттракционов. Хорошо, 13 я посидел, да? То есть это только на один... А что за машинки-то катаются? Так, как мне попасть-то? А, в четвертый район, вот теперь надо сюда, да? Окей, погнали, значит, дальше. Сохраняться здесь нельзя, чекпоинтов нет, сдох так сдох. Хорош, я приземлился. Колья! Новая запись БД Колья. Хорошо, давай потихой. У нас есть стрельба. Вот она. В смысле? Ни хрена себе. Вот так даже? Прикольно. Вообще четко, это карта нарисована или что? Окей. Блин, колья в натуре. А ты их сам используешь. Так, подожди, тут надо два раза, да? Ни хрена себе ты! Так-то это. Солдат ближнего боя, ты понял, да? Порезал меня. Все, мне пизда. Нет, мне не пизда, я, блядь, ушел. Че вот это за ящик? Не нужен, да ладно. Тут что? Это, наверное, единственная игра будет самая спокойная, о которой я вообще ничего почти не говорить буду. Давай сразу взломать. Почему бы и нет? Потому что она как-то, я не знаю, я вот в нее играю, я не могу ничего говорить. Абсолютно, не вижу куда. Так, сюда. Потом вниз. Потом мы на телепорт идем. Неправильно. А как? Так, подожди, не понял почему-то. Все, я сигналку просрал. А можно еще раз? Можно, да? Можно, а подожди. Эй, блин, новая, сука. Ладно, как тебя? Ну смотри, у меня только один путь есть, вот сюда. Потом вниз. Потом сюда. Потом сюда. Сюда. И сюда. Так, а почему? А там непонятно было вообще. Доступ открыт. Кто-то у нас базарит.
Базарит солдат. Сэр, что нам делать с первым взводом? Понятия не имею, рядовой. Они совершенно неуправляемы. У них такой странный командир. Вся грудь в медалях. Выдержит даже столкновение с бегущим носорогом. Имея под своим началом всю эту орду самоубийц, он непобедим. Неудивительно, что у него столько медалей. Интересно, куда он будет вешать новые? На спину? Больше у него на ферме места не осталось. Связь со штабом. Эй, штаб! Эй, штаб! Эй, капитан, я агент МА-3. Не знал, сможете ли вы так далеко пройти в такой темноте. Имейте в виду, что на базе в ША в районе 13 есть осветительные патроны. Их можно использовать. Принято. Я позаботился, чтобы вы могли продвигаться через район без проблем. Ну разве что непроглядная тьма, да вооруженная охрана. Вот незадача. Сохраняйте хладнокровие, капитан. Ага, если запахнет жареным, Хейли меня вытащит. Хейли. Хейли, окей. Да, я не слышал. Настоящая лисица, дерзкая, талантливая. Не замолвите за меня словечко при случае, а? Удачи вам. Все, давай, окей. Что вот это вот такое падает? Хилка, хилка, хилка. Хорошо, хилка, окей. А для чего это все? Не понимаю. Так, смотри, мне наверх, да? Ну да, да куда ты, не сюда? Дуралей. Так, будешь стрелять? Ага, хорош, не успел. Бляха, а тут так-то. Ах ты, ни хрена себе, ниндзя. Ну-ка. Сука, теперь тот. Ты понял? Ой, блядь. Да хорош меня японить. Заберись. Хорош, молодец. Стой. Так, один минус. Тю-тю-тю-тю-тю. Хорош, второй минус. А как мне туда забраться-то? Вот так, жизнь... Блин, вот это они жизни сносят просто в жуткую. В жутчайшую просто сносят. Тут чего, не пройду? Дурак! Я гранату как-то бросил. А сколько у меня гранат? Ладно. Да, блядь, ну не та кнопка! Что ж ты за дебил-то такой? Да, блин, что ты творишь? Да что ты творишь? Вперед стреляй! Две аптечки, ни хрена себе. И так мало хилиют, вообще жопа. Ага, понял. Тут меня учили делать вот так. Да, блядь, не так. Вот так. Да, блядь, это вы. Вот так. Ай, блин, опять Коля. Я, вот это мне привычка от Sony Play, от эмулятора, короче, на F1 тянуться. А ты чего? Блядь, я дурбел. Сука, я чуть не сдох. Ты видал? Да, мне нужны жизни постоянно. Что здесь? Так, что-то клуб какой-то. Сука, куда бежишь? А зачем вот эти вот шестереночки? Ни хрена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, спокойно. А я не могу цепляться. Так, хорош. Немножко жизни так восстанавливаю. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Так, с этого ничего не падает, смотри. Блять, а он может стрелять внизу. Ах ты, сука. А чё ты за дрончиков там-то пуляешь, эй, слышь? Мудень. А почему с этих ничего не падает? Куда я иду-то? Только не говорите, что главарь. А чё ты такой квадратный? Стоять, я сказал, назови себя. Может, ты и есть этот бионный недоумок, который всем так портит нервы в последнее время? Догадался, какой ты наблюдательный. Да, какая непочтительность. Первый взвод, готовься, огонь! Давай, смотрите, запоминайте, парни, это последнее, что вы увидите. Дальше будет только свет в конце туннеля. Ну, кто первый? Капитан, блядь, таймер, опять гиббоста. Как-то я не туда пошел, что ли, опять? Я как вообще-то понять? Так, вы гребаные вообще, что ли? Охерели. Ну-ка, суки. Да это нереально, вы что, они идут бесконечно, да? Да вы что, вы серьезно вот это сейчас? Вы вот это, блядь, сейчас серьезно? Пипец просто какой-то. Это не ебически сложная игра. Вы чё, я не пройду ее.
Ага, он блок ставит, подожди. А как его бить? Так, ну-ка, стой. Так он все. Он вообще никчемный, блядь. Такой пик-пик, потыкал его, короче. А чё, все, я убил босса, что вы хотите, ребятки? На. Ой, не вылетело, прикинь. Так, наземное время, чё случилось, убийств найдено секретов 0 из 2. А я не понимаю, а можно перепройти это? Эй, что ты там нашел? Плазменную винтовку Рейтек? Хорошо, это отличное оружие против любых силовых полей. Например, против щитов у некоторых имперских солдат. Также она годится против механизмов. А, мне вопрос. Могу ли я перепройти этот этап? 4, смотри, жизни. Почему? О, что-то новая пушка какая-то. Плазменная винтовка накапливает энергетический заряд и выпускает его с большой начальной скоростью. Эффективно против силовых щитов, менее действительно против людей и дроидов. Вы еще не нашли улучшение для этого оружия. Окей, а я как его выбрать? Я могу пройти еще раз этот этап или что? Я вот не понимаю, например... Ладно, поехали на... Вот что это такое? Столкновение с противником. А мы попали под вражеский обстрел. Придется спуститься и разобраться с ними, что, чтобы лететь дальше. Окей. А, понятно. Это нас перехватывает. Ух ты! Да ладно! А как? Подожди. Нифига. А как перекатываться? Ни хрена себе. Ты можешь пули отбивать? Вот это по приколу. Сейчас по приколу. Сейчас реально по приколу. Ай! Сучка. Нифига себе, тут смотри, какая проекция есть. Ни хрена себе, не ожидал вообще-то. Прикольно. А что ты можешь делать? Что ты вот это делаешь? На. А что вот это вон делает вот это рукой? Отбивает просто их. А где мои аптечки, эй, слышь? Я вообще-то это... Та-та-та-та-та-та! Вы бесконечные, что ли? Или машину надо разбить? Машину надо разбить. Хорошо. Окей. Где мои аптечки-то? А почему он перекатываться не умеет? Или хотя бы ходить точкой, знаешь? Ну, как бы, типа... Когда я нажимаю, ну, чтобы боком ходить. Он почему не умеет-то боком ходить? А так-то весело, прикольно. Ну, шифты у нас тут не работают вообще никак. Так, там что-то страшное ездить. Как тут наводиться-то, блядь? Да! Хорошо, что хоть пули красные. Там что-то ездить такое. Ай, сука, машины надо как-то заебашить. Ах, сука. Так, ладно, это машина минус. Спокойно. Спокойно, сказал. Спокойно себя ведите. Ах ты, блядь, чуть не попал. Оу! Тихо, что ты? Да подожди ты с этими, машину надо разбить, а тебе бесконечно лезут. Так, что вот этих? Мотоциклисты. Гребаные. Ах ты, сука! Реально их убить? Имперский супермотоциклист. А, мотоцикл. Все, я расхерачил их. О, вот это по приколу было. Мне понравилось. Надо почаще так. А только за него ничего не дают. Нет, это не прикольно. Так, опять штаб какой-то, смотри. Здорово. С чем это ты? С пылесосом, что ли? Так, пошли сюда, что тут? Вот что это такое? Зачем это надо? Открытые симуляторы в главном 9.16. Три шага. Нет, если это надо будет, ну там, для чего-то, может там какую-то штуку мне дадут за 5 звезд, например, то я буду это проходить. Но если оно не надо, нахер оно надо? Правильно? Если это не нужно. Если там что-то за него... Да, блин, я не могу вверх выстрелить, потому что он залазит туда. Если это не нужно, то зачем его, в принципе, и играть, правильно? Здорово. Хай-йоп! Хай-йоп! Так, ФСА, кто тут? Ой, диски откачу, что это такое? Зеленый чип связи. Что это такое, для чего это надо? Здесь ничего не понятно. Там ракетница какая-то, смотри, есть. Что-то еще. Какие-то херни. 4 жизни. Почему у меня 4 жизни, если у меня... Я ж просрал одну. На боссе я там вообще 2... Так, опять какая-то херня. Так, а подожди, это то же самое. А, не, еще одна жизнь, смотри.
Прикольно. Обалдеть. Вообще игрушка такая по приколу. Смотри, 5 жизней. Они мне даются на этап? Или как? Ну я за 5 минут, наверное, не успею этапчик пройти. Но было по приколу. Так. Что такое? Зеленый чип связи проходит для районов 2, 3 и, по-моему, для района 6. Я знаю, возня с этими чипами довольно утомительно, но помни, что для успеха миссии нам необходима связь со штабом. Окей. Пятерка. На пятерку нам надо. Строительная площадка. Ну, хотя, ладно, давайте. Затащим еще одну миссию, если у меня, конечно, духу хватит. А мне влево, что ли, идти? Нет, не влево, окей. Спасибо. А я могу вот эту херню взять и в кого-нибудь нахер кинуть. Вставай. Нифига ты мощный. Да блин, вот это... Почему он прыгать не умеет-то? Объясните мне, пожалуйста. Ох, нихера себе ниндзя. Почему он прыгать-то не умеет? Вот как-то с такой рукой не уметь прыгать. Ах ты падла. Блин, они так много жизней снимают за один выстрел, это просто жесть. Так, а выше нельзя, да? А, жизни по... Я так понял, жизни мне дают... Так, выше нельзя, хорошо. Я так понял, жизни мне дают, когда у меня жизни нет. Ловите! Кто там? Хорошо, я не убиваюсь, это уже отлично. Тут где-то чувак выходил, я видел. Или это не тут? Подожди, куда... Тут высоты прям миллиард. Куда тут идти, вообще непонятно. Я правильно делаю? Неправильно я делаю. Я не перепрыгну тут. А куда мне? Значит, тогда наверх, логично. Залезь. Хорош. Так, тихо. Ага, тут я не залезу. Вот так, залезь. Вот, хорош, молодец. Все, вот так вот прыгаем. Нет, не... А, в смысле, а что делать? Не понял. Ни хрена себе. Можно разбивать? А, вон оно как. Здорово, чувак. Так, тихо, спокойно, двое еще сверху. Как-то надо вот так, смотри. Оп-оп. Эй, хорош, вообще четко. Прикольная игра, вообще мне нравится. Оп. Есть, разбил. А на него можно вылезти, смотри. Я не знал. Так, а там ничего нет, да? Хорошо, тогда мне на вот этот вот. Может, я сейчас быстренько затащу этапчик? Да, блядь. Не соскальзывай с него. Да не соскальзывай ты, что ты такой дурень-то? Да, ты в меня попал, что ли? Лучше бы он в упор мог подойти и, блядь, вщимать, сука. Так, хорошо, я тут не вылезу. А почему ты тут не вылез? Окей. Получил! Пиндюлей, вот молодец. Так, вот этого как? Вот этого лучше вот так, наверное. Ах ты, сука! Какой хитрый. Ты понял, да? Давай, вылази. Да куда? Что ж ты такой-то дурень? Что вот это за штуки я собираю, не понимаю. Ага. Попал. Ой, смотри. Так, а подожди, нет, это, наверное, скорее всего, взлом, да? Тут надо как-то еще понять, куда бежать, потому что я могу на босса, то есть на главаря зайти, да? То есть главарь там какой-то. А я еще уровень полностью не прошел, а уже главарь. Как бы уже конец уровня. Так, хорошо, взлом. Смотрим внимательно. Смотри, у нас есть... смотри, вот только влево, правильно? Смотри, тут я же тут нигде не вцеплюсь. Мне только вот сюда. То есть, а как мне, подожди? Мне надо сверху вот этого красного квадратика попасть. А как это сделать? А-а-а. Нифига. Хи-хи-хи. Есть. Что тут еще? Рядовой, ты разобрался с проблемой гусеничного трака в осадной машине, о которой я говорил? Слабое звено, да. Я в некотором роде его исправил, сэр. Что значит в некотором роде, рядовой? Штаб, говори, штаб, говори, что делать? Капитан Спенсер, как слышно? Слышу вас хорошо, сэр.
Я агент МА-2. Разведка докладывает, что имперцы изменили линию сборки на этой строительной площадке, чтобы соорудить что-то необычное. Мы пытаемся понять, что именно. Я загрузил тебе коды этой базы. Осмотри район и доложи о результатах. Ясно, сэр. Помни, это тебе не учебный лагерь, это война, капитан. Большинство рекрутов в США, салаги, именно это их и убивает. Держи уши на макушке и не высовывайся, солдат. Принято, сэр, конец связи. Да и вообще, мастер, ты кого вообще тут считаешь за придурка? Ну ладно, чуть-чуть придурок, ничего страшного. Так, хорошо, смотри, мне наверх. Чё это? Ни хрена штука. Дроид пушка, блядь. Ты понял, да? А я могу его так вот убить? Не могу. А нахрена ты тут дроид-пушка? Что-то она вообще бесполезная, если что. Ага. Так, а это что такое? Так, тихо-тихо-тихо, ты что делаешь? Ты так не делай. А как ее убить быстренько надо, да? Ее как-то убить? Да, блядь. Ты, сука, она меня трогает. Дроид с пропеллером. О, серьезно? Ты видел? Как можно аптечку подтянуть к себе? Так, этот дроид что-то меня прям бесит. Надо его как-то быстренько хорош. Оп. Так мало хилиет, почему? Ты куда? Молодец. Ой, ты вообще прям молочек, чувак. Блядский дроид, сука, а мне дроид. Ты-д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 ы. Сука, не успел. Ты-ды-ды. Хорош, успел. Блин, там жизнь-ка. Так, надо вот этого заебашить. Ты-ды-ды. Так, хорош, спокойно. Да я сейчас просто, надо просто приплотыкаться маленечко. Ко всему, что тут происходит. Опять наверх. Ты, сука, давай спускайся. Ух ты, сука такая. Блин, двое. Да что вы такие, блядь, ублюдки? Сейчас как нам, блядь, на-на-на-на-на-на, сука. Хорош, мне как-то надо выпрыгнуть. И оно быстро очень убывает. Вот это вот бонусы убывают очень быстро. То есть ты если не возьмешь там буквально за пару секунд, то все, он уйдет. Вылезь. Вот это я не понимаю, что синенькое, ну да ладненько. Так, еще что-то зеленое. Это, наверное, главарь уже будет? Или чего? Далеко? Бля, что это? О, не, опять взлом, давай взломаем. Ух, взломать. Зачем я это взломаю? Ну да ладно, он что-то дает. Так. Так, у меня только один путь сюда. Потом один путь. Нет, смотри, не туда. Ага, вот так. Потом вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Ага. Окей, я понял. Все. Взломал. Хорош, хорошо, что хоть времени нету. Так, кто там дальше? Сэр, я знаю, вы беспокоились о бронированных пластинах с осадной машины. Я изучил проблему. Я слушаю, рядовой. Броня абсолютно надежна, сэр. Она держится на больших крепких болтах. Болты намертво закреплены, но это на самом деле не важно, потому что никто с земли до них все равно не дотянется. Молодец, рядовой. Опять штаб, давай штаб, что там штаб? Это Спенсер, я все еще понятия не имею, что у имперцев за новый план, сэр. Проклятие. В любом случае, у меня для тебя еще немного разведданных. Не так давно к ближайшему оружейному складу прошел груз боеприпасов. Может, они оставили там что-то полезное. Смотри в оба марш. Окей. Что я вот это собираю? Нахера? Абсолютно не понимаю. Ладно. 24 минуты. Блин, я не могу этап закончить. Так, а вы что, остановились, что ли? А какого хера?
Ни хрена ты чё? А ты чё подлетел-то? Чувак. Там какой-то, блядь, пропеллер, что ли? Хорош. Там какой-то этот. А. Блин, не туда. Ну ни хрена я даю, да? Я уже выбрался всю стратосферу. Что это такое? Хорошо, сейчас будет босс. Главаридзе. Так, главное понять, как его бить. Ох, нихера себе. Эй, есть кто дома? Эй, блядь, говорю, сука. Мне что-то послышалось? Да, это предвестник твоего поражения. Бред и пустозвонство. Ты поддаешься своими словами, сопляк. Сперва поймай меня. Я буду пиздярить. Мобильная артиллерийская машина атаки мама. А как ее мамировать? Так, хорошо, она не бьется. Ой, блядь, это что-то? Ни хрена себе. Как ее бить-то? А, я понял. Ах ты сука! Как тебя так успеть? Слышь? Он попадает в меня вообще, не понимаю. А, вон оно как. Надо, чтобы он, короче, за мной ехал, окей. Я тут, алло. Надо как-то, чтобы он остановился. Ой, это он попал. Сука, прикольно. Это надо, типа, так угадать. Бляха. Да это так нереально так-то. А я чё? А в смысле? А, ему надо гуслю подбить. Блин, еще чуть-чуть, чувак. Да блин, отъедь чуть-чуть. Блин, 30 минут будет серия, реально. Я вам отвечаю. Да еще. Хорош, гусля минус. Что теперь? Опа. Что это? Тихо. Он что-то гребется. Так, что, куда стрелять? Куда стрелять-то? Подожди, он заводит, и что, куда стрелять? Блять, а куда ему стрелять-то? Так, хорошо, он опять греба... А что, куда стрелять? Так, не понял. Может как-то... Так, стоп. А куда стрелять-то? Что делать? Не понимаю. Грёба даёт, сука! Как стрелять-то? Что, куда? Не показывает, куда валить. Может, гранату? Ну вот, я стреляю в точечку. Куда ему стрелять-то? Так, не понял. Сейчас не вкурил. Сейчас не вкурил, что делать? Или он что-то... Он сам что-то делает, или что? Куда стрелять-то? Эй, мужик. Куда тебе стрелять-то? Смотри, вообще никуда не понимаю. Мне надо что-то выдержать просто, тупо. Вот ты иди сюда. Где ты? Сука. Так, я пока что не понял, как его бить. Окей. Как же его бить-то? Что с тобой сделать? Мудень. А-а-а. Ему надо болтик открутить. Сука, ни хрена себе. А теперь что? А теперь что? Ой, блядь, лагает, сука. Ему надо было болтик открутить, ты понял? А теперь надо просто туда стрелять, да? Ой, что ты лагаешь-то?
Нет, еще надо болтик открутить. Еще один надо открутить, блядь. Сука. А это вообще прикольно, прикольно. Так, спокойно, он греба еще не дает. Сейчас будет давать. Хорошо. А, ничего страшного, у нас серия 30 минут, даже побольше получилось. Давай, хватай. Блин, это вообще прикольно. Я в шоке. Кто там? Ага. А теперь в него надо. Ух ты, ни хрена себе ты меткий так-то. Бляха-муха, баскетболист. Так, надо теперь в него стрелять, да? Он вылетел. Бля, сейчас, наверное, вылетит, да? Не вылетит игрушка? Нет, не вылетело, спокойно, отлично. Вы получили базуку, район чист. Фу-у-у. Опять два секрета. Где были секреты вообще? Как они вообще выглядят? Бонус без повреждений, да это нереально. Как они выглядят, эти бонусы-то? Ха-ха, ладненько, ребятки, давайте уже так 31 минута. Ай, тебе нравится мощное оружие, да, капитан? Базука, это не чересчур? Нет, погоди, это то, что надо. Район 6 огорожен. А, внешней стеной. Теперь ты сможешь разнести ее на части. Окей, хорошо, район номер 6. Подожди, а почему 6? А, я на 5 пришел, окей, на 16 надо прийти, это база. Ладненько, давайте, ребятки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании, короче, комментируйте. И всем до встречи в следующей серии Bionic Commando Rearmed 2008 года выпуска. И все, всем пока.